Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Некрос, и добро пожаловать в прохождение игры Mortal Shell. Итак, что изменилось? На этой локации я теперь себя чувствую гораздо увереннее. Я понял, что двуручный меч мне не нравится, он медленный и неудобный. А начальный предмет гораздо удобнее для борьбы с этими монстрами. Я накопил в этой локации много тары, и теперь я готов потратить эту тару на улучшение персонажа. И учитывая то, что игра очень сильно зависит от выносливости, да, хотя, конечно, хотелось бы прокачать пинок, а ацветов и так хватает, то, особенно с боссами актуальна выносливость, то, наверное, я прокачаю средоточие стойкости, потому что тут надо уметь сражаться динамично. Вот я прокачиваю средоточие стойкости. Разбойники кололи нас грубыми примитивными ножами. За мной тянулся кровавый след, но ноги вынесли меня к пещере. Жрец, что встретил меня в глубине, был рад моему приходу. В руках его была скрижаль. Он посулил мне перерождение в тени всечтимых, однако исцелять раны не умел. Здесь жадничать в плане прокачки не нужно, потому что, ну, по сути, тар — бесконечный ресурс, и можно прокачать все, просто бегая по локации, постоянно сражаясь с монстрами. Они появляются, как только мы говорим с сестрой Генессой. Она, по сути, перезапускает вот этих всех монстров. Ну и посмотрите, в общем-то, на этой локации я уже чувствую себя очень уверенно, да? Раз, два. Даже если удары пропускаю, я все равно понимаю, как эти монстры атакуют. Иногда, конечно, у них получается пробить меня. Да, слушайте, выносливость реально быстро восстанавливается после этого удара. Да. И самое что интересное, если долго-долго проходите одну и ту же локацию, то мы можем накопить много-много лечилок. А также я понял, что чтобы эффективнее попадать по монстрам вот этим вот, атаки нужно задерживать, чтобы персонаж продвигался вперед. Thank you.
sip this and you... А также, мне выпала маска после нескольких проигрышей. Маска Генессы. Значит, что она делает? Возвращает вас к сестре Генессе в обмен на все собранные отсветы. И что? И теперь можно продолжать проходить дальше. Теперь восстановление выносливости после окаменения будет очень быстрым. И то есть можно прям всю выносливость потратить на атаку, а потом удачно заблокировать удар. И будет очень... Ага. Ну вот смотрите, сейчас я его... Раз, два, три. И все. Опа! Правда, он меня отравил. Вот это плохо, конечно. Да, и, по-моему, я забыл кое-что в предыдущей локации. Там был вроде как проход, туннель, надо его проверить. Да, вот он, этот туннель. И, кстати, скоро у меня будет... Ого, 1000 тар. Окаменелое зимнее стекло. И все, да? Больше тут ничего нет. Первый великомученик пожертвовал не кровью и не плотью. О нет, ради веры он отдал нечто гораздо большее. Он отдал собственную память. Все, что он когда-либо видел и знал, запечатано теперь во льду. Лед тает. Разверзни же уста и укрепи дух свой. Прими его дар. Вспомни ушедшее. Так, теперь получается надо вот это вот зимнее стекло использовать. Потому что я пока не понимаю, что оно дает. Так. Писание Арвении. А, это какой-то важный предмет, да? Да, это важный предмет. А-а-а. Хорошо. А теперь, накопив 1000 тар, мы проверим, что такое тут пинок. Память о силе. Мощный пинок поможет вывести врага из равновесия. Прокачиваем. Мне дали выбор, преклонить колено перед палачом или чужой королевой. Сделать его было просто. Годами на моей одежде красовался ее герб, а губы клялись в верности. Но внутри всегда жила уверенность, что однажды, как бы меня ни чествовали, я все же сбегу. Так, пинок — это вот это. Потратив небольшую часть решимости, вы можете пнуть противника. А, вот для чего решимость. Удачный пинок на короткое время оглушит врага. Значит, тратится даже не выносливость, да? Пинок, нужна решимость. Ага, и я только что ее потратил. Так, а решимость набирается с помощью ударов, как я понял. 4 решимости. Отступаем. Опа. Так, решимость вроде бы я набрал. Это что такое? Надпись. Первое видение было подобно сну наяву. Вокруг развернулся просторный зал. Передо мной стояла коронованная зимним стеклом дева. Ее рука легла мне на горло, по спине пробежала дрожь. Меня перенесло обратно, но страх не исчез, а шея и теперь ощущала навеки связавшую нас воедино ледяную удавку ее пальцев. Какая-то, короче, снежная королева тут, походу, да? Так,
Ну давай смотреть. Ну я так понимаю, на боссов-то этот пинок не будет работать. Давай смотреть, давай смотреть. Ну-ка. О, нормально. Что-то их тут многовато, по-моему, да? На, комбо просто. О, я еще отравился. Жестко. Так, он... Отсвет тщетности. Давай вылечимся. Опасно. Прыгать он не умеет. О, это кто такой? Викинг? Ура. Так, давай-ка я лучше вот тут буду с тобой сражаться. О, я тебя понял. О-хо-хо. Пока непонятно, что ты умеешь. Фига, он жесткий. Ой-ой-ой. Так, вот с этими сложнее. Подожди, я не могу даже увернуться. А вот со щитом-то непонятно. Ага, то есть я прям очень сильно его сбиваю, да? Слушай, ну он жесткий. Короче, когда он получает урон не по щиту, его начинают очень сильно оглушать. И пинок вот против таких жестких монстров работал бы, да? Максимально. А ты-то что, слышишь? Что? Он упал? Он, по-моему, это... Ать, тихо. Давай. Что? 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 Почему он сделал рывок туда? Ты чё, друг? Жесть. Ага. Всё. На. Ну вот как-то так. Динамично, но здоровье что-то у меня, конечно, тратится. Ну что? А, цветы. Куда пойти? Вниз. Вниз-то в подземелье, значит, тупик. О. Не совсем понятно. Все равно я все равно отравил. О, этот... Ну?
А, да ладно. А вот этого я не знал. Ха. Нифига себе. То есть, если он меня щитом бьет в окаменение, у него щит разбивается. Прикольно. О, а, это этот, что ли? Жесткий. Вот там еще кто-то есть, по-моему. Ты чё это? Ты чё творишь? Ура! Оп! А тот это отравился типа, да? Да. Ну вот, видите, с этими уже мне проще сражаться. Еще отсвет. А вообще-то, знаете что? А вообще-то, мне кажется, было бы разумнее сейчас вернуться обратно и пойти в другую сторону. Потому что тут локация продвигается. Значит, я иду не в тупик. Значит, я что-то пропускаю. А пропускаю я что-то где? Вот здесь вот на развилке. Вот тут. Вот тут что-то есть явно. А, ну-ну-ну-ну-ну-ну. О, о. Нормально. Нифига себе. Не, ну конечно, когда в проходе. Неудобно очень. Очень неудобно. Ты серьезно, что ли? Вот, я не могу пройти дальше. То есть мне нужно ждать, пока они... Вот это вот яд пройдет. А теперь давай с викингом сражаться. Мы уже знаем прикол. Но это не то. Ну, кстати, довольно быстро. Если мы еще прокачаем восстановление. Он не хочет бить меня щитом. Вот это проблема. Давай-ка ты меня щитом ударишь, друг. Да, вот так. Ой. На. И все, и без щита он вообще слабенький. Его просто удары очень сильно оглушают. Лучезарное зимнее стекло. И это важный предмет, как я понял, да? Видите, он вернулся назад, и тут, оказывается, тупичок был. А вот теперь уже, да, теперь уже надо дальше идти. Но... Ой. Вообще, сражаться с ними постоянно вовсе не обязательно. Можно... Можно мимо пробежать. Ой. Что за дичь происходит? Их тут двое? Да ладно. Что за фигня? Воу, это чё? Что за баги? Да, жесть. Ну
Сейчас он меня просто выбьет из оболочки. Где? Где? Где оболочка? Вот она. Их тут вообще дофига. На тебе пинком. Уходим. Давай с этим еще сразимся. Давай, иди сюда. На тебя. О, это ты, это. На. Ну, яд. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, тут тупик. Не, тут не тупик. Смотри, тут вообще много чего есть еще. А, ну давай с тобой сначала. Да-да-да. Не попал, да? Не попал. Но яд очень надолго, кстати. Я тут очень долгий. Погоди, что тут? Мухомор. Лечилка. Давай лечилку. Лечилок тут вообще много, я смотрю. О! Опа, вот и минус щит. Вот и привет. А, окаменение, правда, профукал. Ну ладно. Так, еще ниже спускаться? Нет. Значит, надо это... Значит, надо повыше, наоборот, тут подняться по лестнице. Или я... А, так я отсюда спускался. Или нет, смотри, это какой-то другой. Какая-то другая часть пещеры. Да. Ну давай, иди сюда. На тебе. Вот так вот. Лечилки, правда, заканчиваются быстро. Ну, кто тут еще готов подраться? Это тупичок, да? Значит, тут что-то должно быть. Я хочу изучать локации более детально. О! Нормально. Слишком пожадничал. И смотри, пока я не могу встать. Ой, я еще и промазал. Ты щитом меня бить будешь или нет? Ну не так же. О, я прям в рывке, что ли? Ты чё, издеваешься надо мной? Жесть какая. Что-то мне сложновато стало с ними резко.
А вот против таких как раз-таки вот двуручный меч бы лучше, наверное, работал. Это кто такой? Ты кто? Ого. Жестко что-то. По поводу викингов. Если мы не можем выбить щит из рук, например, мы можем по другой тактике с ним воевать. То есть я могу подбежать. Ой, нет, я не могу подбежать. Я могу подбежать. И вот так вот, типа, на контратаках. Оп. Да, но правда он все равно щитом по мне попадает, вот в чем проблема. Если я близко к нему подхожу. Ну, типа, вот такая тактика работает. Правда, меня сейчас, наверное, призрак размесит. Так, это оболочка. То есть. Да, кстати, когда оболочку обратно поглощаешь, смотри, здоровье все восстанавливается. Интересно. А здесь два прохода, да? Можно по лестнице, можно так. Вниз я не пошел. О, это что такое? Друг? Вот не поймешь, когда они. Ну-ка. На. А теперь отбегаем. Оп. Раздражает то, что их ждать постоянно приходится из-за этого облака яда. Я же мимо не могу пройти. Даже сейчас это облако работает. Он все теперь не работает. Не понял. Слушай, нифига себе, тут проходов-то сколько. А, ну так, естественно. Вот сейчас нужно было бить. О, все. Вот-вот-вот. Вот так вот. Угу. Фигурка почтенного мужа. Знак призрака. Уже куча предметов, конечно, по-моему, выпадала. А вот пинки, конечно, восстанавливаются очень медленно. Опять ты. Ой, а почему я не попал-то? Слышишь? На. Вот ты и попался на ошибки. Так, тихо, а тут это может быть это ловушечка. Загустевший тар. А там яма. Куда я пришел? Может, нужно было все-таки вниз пойти? Тут тупика. О, подожди. Это то, о чем я думаю? Да, прикинь. Я пришел обратно. Класс. Так, ну если я сейчас с сестрой Генессой поговорю, монстры заспавнятся обратно. Поэтому я сделаю по-другому. Так. Я вернусь назад. И пойду вниз. Вот хорошо, что я пошел наверх. Сокращалку нашел.
А, это этот, что ли, тут хрюкает? Один призрак, да, каких дел он творил? Кстати, вам не кажется, что призрак очень напоминает, ну, вот, призраков из героев третьих? Вот один в один, очень похоже. Так, подожди. Оп, тихо. Мне вот сюда. Я пока не понял, как понять, есть ли второй шанс у персонажа. Давай с тобой сначала сразимся, друг. Я не понял, как идеально рассчитывать. Как идеально рассчитывать эти удары так, чтобы их именно оглушало. Видите, то есть... А, вот, все. Здоровье у него закончилось. Теперь ждать надо. А с викингом я, наверное, сражусь, потому что, ну... Иначе он будет за мной ходить. Можно, конечно, пробегать. Вот когда ты до босса доходишь, мимо них просто пробегать. Но... Ты чё, друг? Сражайся нормально. Я боюсь, как бы он щитом по мне... Кстати... Тихо. Вот. А сейчас он щитом бьет, понимаешь? Ой, вы видели? Я перепрыгнул его вот этот удар цепом. И нанес ответный. Прикол. Так, вниз. О, а, тут две пещеры даже. Давай все посмотрим тут. Сокровище. Ой, там призрак. Даже два, прикинь. О! Что? Они меня не видят. А вот это слева душа, я так понимаю, это то, что у меня второй шанс есть, да? Ой, не та кнопка. А, да, смотри. О! Тихо. Я не попадаю? Что? Ну естественно. Ха. Но вот, конечно, к физическим ударам они очень уязвимы. Я пришел сюда за сундуком. Да. А, слева вот это вот свечение, это оно означает, что? Что второго шанса у персонажа нет. Кстати, можно прокачать такую способность, чтобы персонаж после уничтожения нескольких, ну, определенного количества монстров получал дополнительный второй шанс. Так, конечно, попроще проходить было бы. Это самое дорогое улучшение. Оно там 4000, что ли, стоит. Тар. Это очень много. Но если сейчас вот я проиграю. А сундук тут явно не может быть без присмотра. Ну, всяко. Или это мимик, или что-то сейчас должно на башку мне свалиться, наверное. Я говорю, мимик какой-нибудь. А, ну... На. Пауза между ударами позволила сократить дистанцию. Игра заставляет использовать предметы, хотя их жалко. Так, здесь мы тоже все посмотрели.
Ну, сокращалка, конечно, это вообще все меняет. То есть можно просто пробежать. Если я сейчас какого-то босса найду, я смогу спа... О! О! Ага. А, еще этот идет. Ну, иди. Тут идти-то некуда, ты что, сумасшедший, что ли? Что творите-то? Ой, чертит, чертит. На! Так, хорошо. Ой, как я пропустил. Уходим. Жизни совсем мало. И лечилок нет. О, ты еще тут. Ага. Ой. О, тут я. Ой. Тихо. Вот этот момент. Да, 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 да. Когда близко к нему подходишь. С атакой, да? Это что такое? Что это? Неземной диапазон. Так, хорошо, описание Арвени, давай использовать. А то я не понимаю. Непонятно. Я так понимаю, а, Арвени, это же вот, я помню, это типа мана была в Blasphemous. А следующее отражение, если оно будет успешен, отравит врага. Ага. Понял. Я явно иду к боссу или к следующей локации. Надеюсь, тут Генесса будет. Алтарь великомученика. Отсвет. Вот тут сколько отсветов-то. Да, Генесса тут. Отлично. Шикарно вообще. И там что-то важное, смотри. Ты чувствуешь их? Преосвященные ждут тысячелетиями, глядя на беспорочную. Они не шевельнутся до самого Вознесения, они ждут от нее избавления. Пей до дна, согрей свои кости. Так, что тут еще есть? Память о знании. Это окаменеть в воздухе. Но это редко срабатывает, потому что прыгать персонаж не умеет. Это когда он, допустим, с какого-то холма спрыгивает, да, на противника с атакой. Вот. Видите, тут второй шанс. Но 4000 очков. 4000 тар. От восстановления здоровья от отсвета. Кстати, тоже прикольно. Если, например, совместить вот это вот средоточие тоски и средоточие провидения, да, то вот это вот будет восстанавливать здоровье прямо во время путешествия. Так, ну ладно. Ой-ой-ой, сейчас что-то будет. Это Лич Кинг. Какая-то ведьма, что ли? А, вот Снежная Королева, точно, она. Ну, я так полагаю, сейчас подеремся. Выпить нектар.
Я понял, что сейчас будет. Этот Хадерн, или как его там называют-то? Блин, а если я ему проиграю? Он же еще сильнее, да, станет, типа? Нет, это не он. Это не он. Блин, а если я ему проиграю, что будет? Мне даже лечилок нет. Первый великомученик. Кого? А что ты такой жесткий-то? Фига ты жесткий. Это что вообще такое? Не совсем понятно. Сейчас что-то будет. Нехорошее, нехорошее что-то сейчас будет. Надо отойти подальше. Я замерзаю? Слушай, да, я сейчас проиграю. А, нет, у меня второй шанс есть. Раз, два. Что? В смысле? А как он меня контратаковал? Каким образом? Скажешь, расскажите. Чего? Хо-хо-хо-хо-хо. А если я подойду? А, вот, смотри, 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 у меня ХП что-то резко уменьшилось. Давай. Раз, два. И не попал. Ага. О! Слушай, ну вроде получается. Я типа мерзнуть начинаю, да? Тише. Нифига ты жесткий, слушай. Как-то я даже побаиваюсь. Хочется победить. Давай. А. Все, 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 ничего не знаю. В смысле, я его победил. И он меня победил. Что за фигня?
Так я победил его. Да ладно, да вы чё? Да-да-да, точно, я забыл про эту фигню. Слышишь, алло, не надо вот это делать. О, еще? Чего? Он возродился. Чё? Жёстко что-то. Кстати, тут есть еще кое-что. Сундук. Мы забыли его проверить. Так. И надпись. Склонись пред беспорочной. Возложи руку на учение о бессмертии. Забудь гордость и тщеславие. То, что ты называешь свободой воли, ибо сие первый грех, отпусти его, отдайся ее вечной девственной мудрости, преданный ее воле, твой дух не ослабнет. Так, ну а теперь продолжим битву с боссом. Так. Начинаем вторую битву. Где? О, вылечился. Ты чё? Хоккеист. О! Жёстко. Да. А вот как это отбивать, непонятно. Тут проще просто отойти и... то есть они появляются. Вот непонятно, как он будет. О, пошел, ага. Но так я долго, конечно, буду с ним бороться. Особенно если он апперкотами начнет, ага. Апперкотами начнет бить. Сложно сказать. Ага. Не, я могу, конечно, попробовать. Вот сейчас вот он эти штуки все вызовет. Я заморозился, нифига себе. Жестко. Очень жестко. Ну вот это неприятная атака. Так я с ним бороться буду очень долго. Ну давай. Вот эта атака, она самая неприятная, потому что очень быстрая. Ага. Но если заранее от него отпрыгнуть, кстати, он не попадет.
Да, жесткий, жесткий. О! Почему? Выбил. Там просто нельзя находиться в этом месте. Потому что там это... лед. Ага. Ура! Время бить. Давай, хоккеист. Давай. Опа. Опаньки. А так. Я ушел. Ага. К краю нельзя подходить. Ну пол хп у него. Ой. А ты че, ты че? Я что-то даже его прозевал. Ну да, 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 да. Да. Не могу угадать его этот. О! Вот оно. Вот оно, вот оно. На! На, на. Вот, вот это я не понимаю. Как вот это его. Да. Видите, я просто угадал сейчас то, что он так сделает. Тихо, тише, тише. Ой, и у него атаки так больно бьют, это жесть. О! Жестко. Вот сейчас я прям в два тайминга попал. Удачно. А, давай. В смысле? Опасен. А, ну, отдохнем. Отдохнем, отдохнем. Вот так даже сделаем. Нормально, нормально, нормально. Фига себе, я сейчас рискнул. Думал не уворачиваться. Ну, и что? Вот это я сейчас обидно сделал. Вот это мне не нравится, что он делает. Отходим. Хотя, мне кажется, я мог бы сейчас его победить. А кто знает.
Вот теперь победа. Да. О, что-то выпало из него. Отсвет ничтожности. Ну что ж, неплохая битва. И эти, Тар вернул. А это кто? Это он и есть? Железа какая-то. А, в управлении игры что-то про это говорилось. Кристаллическая железа, новый предмет. И все потемнело. Это типа... Она для чего? Она для того, чтобы... Видно, что ли, все было? Интересно. Но там я уже был. Да. Надо поговорить с Генессой. Она должна что-то знать про это. Священная железа? Судьба благословила тебя, заблудший. В этой железе скрыт истинный нектар, драгоценнейшая из всех святынь. Каждая капля несет с собой преображение и перерождение. Мало кому хватит смелости извлечь подобный дар. Боюсь, мне эта работа теперь не под силу. Все обряды должны отправлять лишь истинно благочестивые руки. Хотя, пожалуй, справятся и кощунственные. Так. Это не надо точно. Это дополнительные жизни. Так, средоточие. Ага. Мне нужно понимать, куда теперь идти. Тут темно. Тут вообще ничего не видно. И я так понимаю, все монстры тоже пропали, да? Я так понимаю. Нет? Да ладно. Они не пропали? И как мне с ними сражаться? Жесть. Господа, по ссылке в описании вы найдете плейлист со всеми выпусками по этой игре. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы не пропускать новые видео. Ну а если вы хотите поддержать мое творчество на YouTube донатом, то ссылка в описании. Всем хорошего настроения и всем пока!